Всего 3 пляжа из всей Свердловской области признаны безопасными, и 2 из них находятся в Первоуральске. В список пляжей, подходящих для отдыха, попали часть берега Белимпаевского пруда на территории базы отдыха «Сосновый бор», а также пляж кемпинга. Он расположен в нескольких километрах от Первоуральска в сторону Екатеринбурга. Безопасными для купания их признали после проверки МЧС и сотрудников госинспекции по маломерным судам. На территориях оборудован вход в воду, есть буйки, проверено дно, а за отдыхающими следят спасатели. В список безопасных также попал городской пляж на Верхнеинском пруду в Новоуральске.